Всем привет! Очередной обзор посылочки из Китая. Я уже, в принципе, распечатала, посмотрела, что это, и уже знаю, о чем рассказывать. Это такие занавески, ну, скорее, тюль. Вот такая темная. Давно очень хотела, давно на них смотрела, и все боялась, чтобы не были сильно темными окна с такой тюлью. Но все-таки рискнула попробовать. Давайте посмотрим. Так. Так, так. С какой стороны? Вот. Вот такие. Идут с кольцами уже готовые. То есть можно одевать на карниз. Очень удобно. Так, и вот если она вот в таком вот виде, то кажется очень-очень темная. А когда вот раскладываем, сейчас я вторую уберу, то в принципе она немножко затемненная, но не такая черная-черная. Вот видно, стол белый, светлый, вот просвечивается. Ну, мне очень интересно стало, как это все будет смотреться. Вот. И давно, я же повторюсь, давно я смотрела на такие занавесочки. Выбрала я такие вот с цветами, с розами. Есть они разные, и с бабочками там, и разные-разные рисуночки. Вот, и в принципе тон идет тоже разный есть. Есть и темный тон, есть светленькие, то есть белые занавески, или там в желтом тоне. То есть вот такие. Ну, такой как бантик. Вот сама ткань как бантик, я не знаю, как она правильно называется, название я не знаю. Ну, очень-очень интересные такие занавески, мне нравятся, пока нравятся. Хочется уже посмотреть, как они смотрятся на окошке. Так, и на что хочу обратить внимание, при заказе вот идет цена, указывается за одну штуку, и она получается вот ширина метр. Вот. Метр может быть мало. То есть на это обращайте внимание, на ширину. И это идет за одну штуку. То есть нужно как минимум две. Ну, у меня так, по крайней мере. Ну и давайте сейчас я поглажу, так как они складывались. И вот такие складочки вот остались. Сейчас я разглажу аккуратненько. И посмотрим, как смотрится на окошке. Очень мне интересно, насколько на окошке будут прозрачными. Вот так смотрятся занавесочки на окошке. Конечно, покупали мы не в эту комнату. Это комната моей дочки. Здесь вот рисунки. Ну, о ней будет отдельное видео. Кому интересно, ссылочка в описании. Можете посмотреть. Вот. Ну, самое главное, как смотрятся на окне эти занавески, вот видно красиво, потому что на кольцах очень красиво, стильно смотрится. Видно, что при том, что они темные, на окне они, то есть полностью свет проходит, никакой темноты особой. Немножко просто затемнение такое вот получается. Ну а так смотрятся очень шикарно, очень красиво. Долго я на них смотрела, давно они мне нравились, и все никак я, ну, как-то вот задумывалась, заказывать, не заказывать такие. Ну, а сейчас вот, ну, мне нравятся, очень шикарные, очень красивые. Мне очень нравится вот, что уже есть вот эти кольца, вот, то есть легко можно отодвинуть занавесочку. Ну вот, красиво, конечно, очень, конечно. Красиво. Посылочка пришла очень-очень быстро. Вот, хороший магазин. Я довольна. Занавески классные. Надеюсь, вам понравился мой видеообзор. Кому-то это видео было полезным. Ссылочка на магазин в описании и в комментариях можете переходить. И посмотреть, там есть и другие цвета, и с бабочками, и с ромашками. Ну, то есть абсолютно разные. Можете посмотреть. Ну, мне понравились именно эти. Всем спасибо. Ставьте лайк за видео, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой видеоканал. Всем пока-пока.